Друзья, всем привет! С вами компания Sion Motors California. На обзоре у нас очередной лот номер 5109-1987. Как вы видите, это BMW 5 серии. Очередная кукла, битый автомобиль, восстановлен, собран полностью в кучку. Но поверьте, на данном автомобиле просто нет ни одного живого места. Все кривое, все заклиненное. Даже если кто-то захочет себе на запчасти такой автомобиль, я не рекомендую, потому что с него снимать нечего. Вот так вот все выглядит под капотом. Просто чтобы вам было понятно, что здесь делают с автомобилями. Вот смотрите, что творится. Берут просто разбитый автомобиль, на котором нету ни куска живого места. Вот таким вот образом их собирают в кучу и пытаются дальше продавать с помощью аукциона. Я не знаю, что значит эта галочка на лобовом стекле. Ну, как бы я знаю, не знаю, к чему она здесь. Поэтому, друзья, будьте внимательны. Вот бывает и такое. Всем спасибо за внимание. С вами была компания Sion Motors. Всем пока.